Господин Дьяков, вопрос телезрителя. Как вы относитесь к парламентариям, которые отказываются говорить и отвечать на вопросы на русском, и задают, которые задают люди из народа, оскорбляя при этом языки нацию? Я не знаю, что конкретно. Я плохо отношусь, я считаю, что это примитивные люди, которые живут в Республике Молдова и не говорят на тех языках, которые его понимают. Спасибо. Как можно больше людей. И вопрос...